Приветствуем, друзья. Мы с Натальей Александровной рады очередной нашей встрече. Мы уже на исходе знакомства со страницами святителя Василия Великого. 22-я беседа. Наставление юношам о пользе языческих авторов. И мы, если помните, при последних наших встречах успели заметить в рекомендациях святителя Василия правильное, каким образом надо выстроить правильное отношение к своим потребностям, насколько нужно их сообразовывать с необходимостью, а не с прихотью. Все вокруг для современника, это очень актуально, предлагает ему умножать свои потребности, а здравомыслие, напротив, сокращать. И вот последние примеры, с которыми мы с вами, встретившись, расстались в прошлый раз, это как раз замечательные мастера Фидий и Поликлет, которые сделали изваяние по заказу великих народов языческих, и один из золота, другой из слоновой кости, приложив к ним свое искусство. Не драгоценными материалами хвалились они и достохвальными остались в истории, а потому что приложили к ней искусство. Таким образом, не само богатство оказывается ценно, не само оно требуется приобретению, как и всякие прочие житейские блага, кажущиеся необходимыми или кажущиеся желанными для естества человека, но то, каким образом управляемся мы с ним, и составляет подлинную ценность или, напротив, вред того или другого из земных сокровищ. А я подумала о том, можем ли мы эту же мысль обратить, например, к красоте телесной, например. Но ведьма, она хороша тогда, когда ею располагают во славу Божию. Знаете, вот для чего женщина красивая? Образование, да. Для чего женщина хороша? Она хороша не сама по себе и не для того, чтобы быть предметом соблазна. Говорят, где-то у западных, там уже отступивших от православия христиан, есть такое понятие, что если просто изменил, то должен быть наказан. А если изменил из-за того, что та, с которой изменил, красавица, то понятное дело. Ну, вроде мотивация. Я думала, вот. У вас жениться. Вот. Понятно, что мы сейчас будем говорить как раз вот этот следующий как раз абзац. Он о лести. О лести. Потому что в противном случае мы льстецами становимся и придаем этим самым земным благам ту честь, которую они сами по себе не имеют. Да, право, красота, она хороша. Ну, например, для чего женщина прекрасна? Для того, чтобы, первое, хранил ей верность ее супруг. Во-вторых, для того, чтобы прославлялся Господь в ее благообразии женском. Это особая такая статья для меня понятная. И, наконец, третье, чтобы для собственного ребенка она была самым прекрасным существом на свете, который ее по законам любви, красоты взращивает. Понятно. Но никто не скажет, скорее всего, вряд ли вспомнит об этом, когда в этих всяких сверхпопулярных там каких-то блогах или каких-то конкурсах красоты что-либо, кроме соблазнительности, ставят во главу угла. Ну, потому что здесь смысл и определяет меру. То есть, если именно в этом состоит смысл женской красоты, то сразу мы поймем, что здесь в рамках меры, а что чрезмерно. Ученость та же, ты вот упомянула правильно. Сидеть надутым академиком и... Плохо. Вот, и не давать прохода никаким молодым дарованиям, это для чего? Это похвальба ученостью. Ученость, которая становится заскорузлым тормозом таким на пути вообще развития науки. Такое бывает, наверное. Ну да, но может же опять же быть это как богатство. Ты можешь родиться богатым. То есть бывают люди или дети, которые рождаются или очень красивыми, или очень разумными, и научиться их как бы показать им, что именно не то, чем они обладают, сами не приложив никакого труда, это их есть достоинство, а именно то, как они сумеют этим распорядиться. Потому что кому, как говорится, много дано, с того и много спросят. И обратите внимание, в жизнеописании, в житии многих мучениц вовсе не считают мартирологии напрасным упомянуть, что она была очень хороша собой. Хотя само по себе это упоминание вроде бы, ну и что, хороша или нехороша. Это тоже аспект богатства, от которого она отказывается. Да, именно потому, что она этой красотой распорядилась таким образом, что ей предлагались самые состоятельные и благополучные браки, женихи,
она всем пренебрегает и, исповедуя Христа, принимает мученическую смерть. И это при том, что само упоминание о красоте, например, святитель Феофан, у него была такая помощница, которая возглавляла его женские епархиальные училища. И в Тамбове, и во Владимире она за ним переехала. И она была воспитание царского. Она была там одной из приближенных, или форелин какой-то. И она была очень чутка к воспитанию целомудрия в девушках. И когда при ней один из педагогов, рассуждая о дочерях ветхозаветных, одна из которых была хорошенькая, а другая не очень, за которую пратец хотел, на которой жениться, он говорит: «Вы не надо, пожалуйста, такими словами с нашими воспитанницами использовать, а то еще подумают о себе, что они хорошенькие». Ну, то есть их ум будет явно настраиваться такого рода представлениями, потому что в Библии-то этого нет, в Ветхом Завете. Ну, нетрудно догадаться там, что он хотел. Ну, в Библии, с другой стороны, много других сюжетов, которые говорят о том, что праотцы все-таки ценили женскую красоту и обращали на нее внимание. Но, тем не менее, достойно внимания, что вот это чудный преподаватель. Ну, вот здесь, она... кстати, я, может быть, и готова как-то что-то дополнить в том плане, что на самом деле действительно вот очень часто мы не даем девочке понять, что ее внешний вид, как и мальчику, бывает, мужчина красивый, правда? Редко. Но. Вот. Это есть их такое же достояние, как, например, хорошее образование или деньги. И что им тоже нужно правильно распоряжаться. То есть мы просто игнорируем этот факт. Типа, ну, мы не будем говорить, что он хорошенький, и он никогда не догадается. Но человек выходит на улицу, и он видит. Но он не знает, что с этим делать. Он никогда не думал об этом, и он не воспринимает это как свое как бы достояние, и он не готов им распоряжаться. Да? Ведь если тебе говорят, ты красивая девочка с детства, и это из-за этого у тебя будут такие-такие ситуации, но ты должна понять, что эта красота, во-первых, быстро увядает, если ты не будешь о ней заботиться, ты должна научиться о ней заботиться, ты должна принимать его внимание, например, не думая, что кто-то к тебе искренний интерес испытывает, просто сказав тебе, что ты хорошенькая. А это просто, как бы, естественно, у тебя будет особенное внимание. Ты должна быть к этому готова, уметь понимать, что львиная доля этого интереса только из-за того, что ты миловидная. Вот, если, может, девочка, которая никогда не говорила, что она красивая, подумает, что к ней искренне расположены, хотя дело просто в том, что она на самом деле миловидная. То есть на самом деле может быть разумнее как раз говорить миловидным детям, что они миловидны, но объяснять, что это ничего не значит, как и деньги, доставшиеся в наследство. Что ты можешь спустить их за 3 дня, потеряв все и став из очень богатого человека очень небогатым. И здесь тоже красота очень быстро может уничтожиться. И радует все-таки, когда действительно красота, бывает, служит чему-то благородному. А мне радует, когда она сохраняется. Потому что это тоже показывает мастерство человека. Что он это такое же, как бы, твое достояние, которое ты правильно, опять же, можешь использовать и поддерживать. Это как приращивать со временем богатство или улучшать свой лук. Да? Вот, то есть на самом деле, как сад растить, правда? У нас один очень красивый артист некоторое время пожил в монастыре. Его сразу все заметили в наших даже трансляциях богослужебных. Ну, кто-то из насельников, трудников появляется где-то там в камере, где на богослужении. У меня даже его заметили какие-то прихожанки, наши онлайн-прихожанки говорят: «Это кто у вас?» Это что? Говорю: «Ну, так, мой добрый приятель, это брат наш, вот, который...» И вот он, вдруг узнаю, что он в Махачкале играет Ричарда. Вот потратил последний год, который мы не виделись, полгода, на то, чтобы сыграть в огромном часовом, 4-часовом спектакле Ричарда. Я думаю, как славно, какое замечательное употребление его замечательного и творческих способностей, и внешних данных. Вот. Не какие-то реклама, не какие-то такие вот... Дешево, опять что... же. Да. То, что дешево то, что быстро и дешево дается, и быстро также исчезает. Потому что бывают очень красивые люди, которые, мне кажется, очень быстро как раз гаснут, потому что они не умеют этим распорядиться. Но красивые люди украшают нашу жизнь, правда? Ну вот, тем не менее... Но во всем нужна умеренность. Святитель Василий... Но без умеренности ты ничего не сохранишь. Ни богатство, ни красоту, ни ум даже. Ничего нельзя сохранить без умеренности. Вот и получается. Вот это главный посыл античной философии. Интересный еще тут следующий аспект, который нам надо с тобой все-таки упомянуть и просмаковать из этого чудного чтения. Это пример
архилоховой лисицы, как говорит святитель Василий, ссылаясь на... Архилох – это как наш Крылов, который все-таки более поздний транслятор или переводчик эзоповых басен, которые становились для какого круга? Более позднего по времени? Вообще басни, чтение басен, обсуждение басен было популярным чтением. Для всех, кто умел читать что-то больше, чем записка о том, сколько овец продано. То есть это входило в круг классического образования. Неправильное употребление всех даров, благ земных, святитель Василий как раз употребляет лисице льстивой, уж сколько раз мы с вами на языке Эзопа не выражаемся, за исключением, может, Натальи Александровны. Ну, а по изложению Ивана Андреевича, уж сколько раз твердили миру, что лесть вредна, гнусна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Но в басне, кстати... Эзоповый, там мясо, да? Там мясо, да. Позже появляется сыр в первом веке, примерно. Ага, но это не Андрей Иванович его выдумал. Нет, он чуть позже сыр. В общем, там очень интересная, на самом деле, этимология и происхождение. Может быть, стоит сначала сказать, почему святитель Василий обращается. То есть он вот в моем понимании, а это всегда, конечно, личная интерпретация, он, обращаясь к своим племянникам, говорит, смотрите... Телесное наслаждение, вот что все связано с телом, мы обсудили, да, мы обсудили то, что связано с богатством. Теперь осталось поговорить про третью вес, это словолюбие, да, и вообще отношение наше, как льстецов, потому что мы часто пытаемся что-то приобрести, лестью и лицемерием. И опять же, наше отношение, когда нам льстят и пытаются нас в этом смысле, в общем-то, одурачить, как несчастную ворону. Вот. И поэтому он говорит, итак, мы намерены пренебречь, опять же, он имеет в виду пренебречь ради лучшего, то есть не в целом пренебречь, потому что нам на все равно, а пренебречь ради лучшего и богатством, и чувственными наслаждениями. Вот. Так неужели же станем льстить и заискивать, да, подражая лисице Архилоха, ее лукавству и изворотливости? Потому что у него получается связь какая? Ради телесных наслаждений мы желаем богатства, потому что зачем нам богатство, если нам не нужны телесные наслаждения, mm-hmm. правильно? Мы же не драконы. Mm-hmm. Соответственно, для того, чтобы достичь богатства, нам часто приходится льстить и быть изворотливыми, mm-hmm. да? И вот у него эта связь, он ее все показывает. К этому ведь очень многие стремятся. К какому-то чувству собственного достоинства и собственной цельности. Молодежь только на это и настроена. Мне кажется, на психфак потому и идут особенно. Они только хотят быть опытными психологами на какой-нибудь престижной фирме. Но и очень свойственное расположение для молодежи – это самим в себе разобраться. Но тебе поможет не быть льстецом, поможет не бегать за призраками, как раз скудность, скромность собственных потребностей, к которым ты приведешь дисциплиной, воспитанием самого себя. И не будешь тогда похож на египетского софиста. А почему египетский? Давайте про лисицу Архилоха поговорим. Ты не будешь похож на лисицу Архилоха с ее изворотливостью и льстивостью. Вы начали говорить просто о Крылове, о лисице. Но дело в том, что этот софист, когда как раз и когда хотел, или когда это было ему выгодно, делался деревом, зверем, огнем, водой и всякую вещью. Если только он то будет хвалить справедливое перед читателями справедливости, то станет говорить противное, когда заметит, что одобряют несправедливость, как это в обычаю льстецов. Вот тут это... Или как говорят о Полипе. Полип – это, видимо, какой-то нарастание. Осьминог. Полип – это осьминог? Осьминог, да. То есть, имеется в виду в данном случае осьминог. Скорее всего, это мы называем это свойство... Мимикрирует, когда как хамелеон. Хамелеон. У нас хамелеон, да. В античности осьминог. По цвету земли, которая под ним, так и он будет менять свои мысли по расположению людей, которые при нем. Другими словами, ценности века сего, ценности внешние от мира плоти и дьявола, они становятся для тебя каким-то кумиром, ты вынужденно за ними носишься, они тебе не приносят счастья, они тебя не делают изящным, они тебя не делают опытным, они тебя делают всегда несытым, всегда скорбным, всегда раздёрным. Главное, отнимают у тебя то, что ты имеешь, здоровье отнимают, красоту и богатство, все отнимают. Вот поэтому не надо быть как лисица Архилоха. Ну и опять Гезиоду возвращает нас святитель Василий, цитируя его, прибавляя малое к малому. Угу. Дальше все-таки немало уже сказано для того, чтобы нам никак не радоваться о
каких-то соблазнов, в которые мы впадаем. Как минимум в это покаянное определение перенесем прочитанное для самих себя. Есть из чего нам каяться, есть из чего нам видеть свою излишнюю настроенность на приобретение, на самоутешение, на какие-то уточнения самих себя, на всякую ленность, нерадение и прочие проявления излишеств, для того, чтобы мы искренне могли в этом во всяком случае покаяться. И дальше святитель демонстрирует нам уже путь. А путь состоит в прибавлении малого к малому. Обучимся из наших писаний, предлагает он, из внешних уроков, воспримем как некоторый оттенок добродетели, у тщательно собирающих пользу с каждой вещи, как и в больших реках, по Гезиоду, отвсюду обыкновенно прибывает многое. Ну, в больших реках мелкие рыбки. Можно все время что-либо черпать с очком, ты, может, не поймаешь тунца, но ты плотвичку, очевидно, притащишь. Так что можно с каждой вещи, напомним, что речь идет о 22-й беседе, направленной к юношам и касающейся пользе, приобретаемой от чтения языческих авторов. Так вот, прибавляй малое к малому. Надо получить правильным, не только почитать правильным не только о приращении серебра, но и о всяком звании, о всяком знании. Поэтому Виас, когда сын, отправляясь к египтянам, спрашивал, что делая, особенно угодит он отцу, отвечал, приобретши напутствие к старости. Ну да, запасись средствами на дорогу к старости. Очень интересный комментарий есть, и похожие мысли у псевдо Плутарха. Посмотрите, как при хорошей погоде подобает готовиться к буре, точно так же и в молодости следует откладывать телесную воздержанность и благоразумие в качестве напутствия на старость. Да, великолепно. Помни последнее, свои вовеки не согрешишь. Это Абиант один, между прочим, из семи мудрецов. Ну, здесь вот это устремление к исходу, конечно, или, как предупреждает премудрый экклесиаст, о том, что наступят дни, когда ты скажешь, нет ни в радости в них, что человек направляется в вечный дом свой и уже готов окружить его по улице плакальщицы. И очень важно, будучи юношей, также обращается к юноше премудрый наставник, экклесиаст, веселись, юноша, но помни, что у всякой вещи есть мера, и за все поведет тебя Господь на суд, и все станет тайной, станет явным, хорошо оно или худо. И это подтверждение той же мысли, которую сейчас из языческих авторов выводит святитель Василий, о необходимости памяти, о вот этом оскудении лет, к которому мы неизбежно приближаемся. А я вижу в этом замечательный вот такой античный прагматизм. То есть ты как будто бы такой рачительный хозяин. Вот тебе достался дом, твое тело. Тебе достались какие-то силы, твои слуги, это твои органы, твои способности в речи, в размышлении, в рассуждении, да, твое сердце, это как твои слуги, правда? Вот. А тебе достается все это на определенный срок. И ты как бы понимаешь, что ты должен в молодость, что время, оно служит тому, чтобы как бы то, что ты имеешь, оскудевало. Потому что мы видим, что со временем все стареет, разрушается. И мы тоже, и наш дом тоже постоянно подвергается не только буре как бы событий, но просто постоянному его подтачивает время. И ты как бы в молодости, пока у тебя еще действительно много сил, ты думаешь, как мне наладить свое хозяйство так, да, свой бизнес, скажем так, чтобы он прослужил мне до самого конца, чтобы я был благополучен в молодости, чтобы я был стабилен в зрелом возрасте, да, и чтобы в старости я сохранил и бодрость телесную, там, да, и разум, опять же, и чтобы я, может быть, остался не один, будучи болен, да, кто-то, Бог заботится обо мне. То есть ты как бы строишь и утверждаешь свой дом здесь. Ты как бы действительно очень озабочен тем, чтобы твоя жизнь была максимально хорошо прожита, потому что это то богатство, которое ты не сам приобрел, да, но именно как раз твое достоинство, оно будет видно потому, как ты этим распорядился. И опять же, он обращается к своим племянникам. Его племянники не стали монахами. Он их готовил к жизни, где они будут делать, что мы называем сейчас, карьеру, где они будут искать себе
супругу и так далее. Потому что вот им 15, они, в общем-то, выходят в жизнь. И он дает им именно наставления, которые должны сделать их вот такими какими-то собранными, серьезными, вдумчивыми людьми, да, которые смогут прожить свою жизнь достойно, красиво. И мы скажем, он прожил жизнь свою красиво. Да? И это достойно уважения, это достойно восхваления. Мне вот это здесь всегда очень нравится. Причем главная мысль у него, которая получается, потому что мы же разбираем самый последний уже фрагмент, в том, что именно добродетель сделает их жизнь красивой. Если ты добродетель, как бы на добродетели заквасишь вот эту всю свою жизнь, то ты нигде не потерпишь неудач. Потому что он говорит, если твоя жизнь будет добродетельна, то твое тело будет крепким. Правда? Ты же не... Потому что оно будет подтянутым всегда, в тонусе и так далее. Твои душевные качества всегда все будут в порядке, потому что добродетель укрепит их. Да, и ты будешь прекрасен, приятен людям, как наш вышедший Одиссей, да, как его встретила принцесса. Хотя он был весь грязный, но его добродетель сияла так, что она этого не заметила. Вот. Ты будешь правильно относиться к богатству. Ты не станешь лжецом или льстецом, да? И это не разъест твою душу изнутри. То есть ты обретешь даже все блага и богатства, будучи добродетельным человеком. Но дальше он говорит здорово. Средством на дорогу он назвал добродетель, заключая ее в тесные пределы. Ведь он ограничивал ее пользу лишь человеческой жизнью. Он говорит, а что же для меня? То даже кто-то, если назовет мне возраст Тифона, это, ну, тоже один из известных людей, долгожителей, да, Аргантония, или возраст самого долговечного у нас, Мафусаила, который прожил 970 лет, даже если кто измерит все время с момента возникновения людей, я посмеюсь над этим, как над ребячеством, обратив взор на долгий, нестареющий век, пределы которому невозможно и помыслить, как невозможно представить кончину бессмертного. Он возвращает то, с чего начинал, о том, что да, крупица бессмертного бесконечно дороже всех сокровищ мира. Почему, конечно же, священные писания бесценны и не входят в сравнение с любой другой литературой. Но, тем не менее, займемся и ею. И много доброго мы уже насобирали с этих полей языческих писаний. И вот теперь возвращаемся к тому же. Потому необходимо учесть все вышесказанное, что бессмертие бесконечно важнее и дороже самого великого долгожития. И здесь самой достойной жизни. И, но далее самой этой жизни надлежит быть очень собирательным и не проживать понапрасну ни одного дня, ни одного часа. Чудесный пример здесь. «Для сего-то века советовал бы я вам приобрести напутствие, не оставив по пословице ни двинутым ни одного камня, если только будет вам от этого какая польза». Как тут не встретить, не вспомнить ветхозаветного наставника, который говорит: «Утром делай дела твои, вечером не давай покоя рукам твоим, ибо не знаешь, какой из них даст тебе больше пользы». Вот это состояние трудничества, его необходимо приобрести, постоянно собирающего нечто. «Иди к муравью, ленивец, и посмотри на пчелу, плодами трудов которой и цари, и беднейшие люди приобретают великое подкрепление и утешение. Не будем бездействовать по той причине, что это тяжело и требует труда. Но вспомнив совет сказавшего, что всякому должно избирать жизнь совершеннейшую и ожидать, что привычка сделает ее приятную, испытаем все это лучше». Но мы с вами уже не раз вспоминали творческий принцип: от трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного к приятному. Привычка делает трудное приятным. И в этом смысле... Еще одна античная мудрость, вполне актуальна и полезна. «Ибо стыдно, потеряв настоящее время, впоследствии стараться возвратить прошедшее, чего не сделаешь уже никакой скорбью». Поэтому иногда люди обращаются: «Я готов бросить курить, но немножко попозже», или «готов вернуться к благочестивому образу жизни, но когда-нибудь». Это всегдашнее непонимание того, что нужно бросать сразу что-то дурное, что в чем уже обличает тебя совесть, что явно не служит к собиранию вот этого подлинного сокровища, своей мирности, мерности, своей пригодности к тому вечному благу, которое будет, несомненно, потеряно, если еще продолжишь, еще продлишь, еще протянешь в той зависимости, которая погубляет твою душу, служит ко вреду
твоему собственному. Итак, я, что признаю важнейшим, частью сказал вам теперь, а частью буду советовать и во всю жизнь. Нельзя высказать все словами, или как писал и апостол Павел, Иоанн Богослов, чернилами и тростью и хартией, но от уст к устам, от сердца к сердцу даются наставления в течение всей жизни. Сама жизнь рядом с наставником есть непрестанный пример и непрестанное наставление, в котором мы всегда нуждаемся. А вы, так как болезни бывают троякие, не окажитесь подобными неизлечимо больным. Существуют болезни легкие, болезни трудные, болезни неизлечимые. И не обнаружьте в себе недуга воли, похожего на болезнь страждущих телом. Ибо страждущие неважную болезнью сами приходят к врачам, одержимые важнейшими недугами, к себе призывают врачующих. А впадшие совершенно в неисцельную болезнь черножелчия, и приходящих к ним врачей не допускают до себя, чего да не будет ныне с вами. Вы не убегайте от людей, которые рассуждают право. Итак, хуже всего состояние чувствовать себя учителем, будучи еще даже не начинающим учеником. Самое печальное, так сказать, поди, старик, не нуждаемся мы в твоих наставлениях. Это состояние самой неизлечимо трагической болезни. А тот, кто либо сам приходит, либо призывает к себе врача, тот благоразумен, непременно будет исцелен. Кажется, это касается и нашей с вами ситуации. Да не будем безрассудными. Благодарим Наталью Александровну за труд подъятый, помочь нам разобраться в этих благословенных страницах с большой пользой для душ наших.